Нет другого такого названия, как Гешпания, как Гешпания. Исполняются все желания. В давние времена верно служил державе солдат Филат. Пришло время, отправили его в отставку. Пошел солдат бродить по свету и попал в страну Гешпанию, где правил король Самодур. Волшебную сказку о приключениях Филата и его чудесном спасении в театре «Камерная сцена» посмотрели дети, многие из которых с особенностями здоровья. Что такое особенный ребенок? Это обычный ребенок, который обладает всеми нашими чувствами. Ему нравится красиво, весело, в удовольствие, общение, выход из дома. То есть я считаю, что это самое главное. Ну а финальная точка получить подарок – это вообще сказка, я считаю. Но, в принципе, я думаю, что те дети и родители, и самое главное, и родители, которым с этими детьми не так просто, они пришли, получили удовольствие. Благотворительные спектакли увидели более 100 детей, а также их родители. Часовое представление смотрели с интересом даже малыши. Ребенок сидит каждый раз с удовольствием, без каких-либо напрягов. Недолго. Недолго. Нравится. Нравится, да. Спектакль очень понравился. Смеялись, смотрели, в конце даже всплакнули немножко. Почему? Момент такой, когда он себе невесту выбрал скромненькую. Показ спектакля «Солдат Филат и король Гешпанский» прошел в преддверии Дня защиты детей. 28 мая ребятам с особенностями организуют представление в кукольном театре, а непосредственно 1 июня, когда отмечается праздник, состоится большой концерт в Самарском дворце ветеранов. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.